7,5 миллиарда тенге на развитие сельского хозяйства выделят в этом году в Аягосском районе Восточно-Казахстанской области. Благодаря госпрограмме главы крестьянских хозяйств увеличивают поголовье племенных животных и приобретают технику, поддерживают казахстанских сельхозпроизводителей низким процентом по кредиту и субсидиями. Асим Утешева расскажет подробно. Житель села Акши Ержан Умиджанов животноводством занимается почти 30 лет. Стабильно развиваться помогает государственная поддержка. В этом году он оформил кредит и приобрел 50 голов крупного рогатого скота. Племенных животных привез из России. Купил трактор. В планах увеличить количество животных до 200 голов. Думаю, новая техника мне в этом поможет. Я давно в ней нуждался. К тому же в Аягозе планируют открыть мясокомбинат. Тогда на столах у казахстанцев будут стоять только отечественные и экологически чистые продукты. В рамках программы «Экономика простых вещей» льготное кредитование получили 7 крестьянских хозяйств. Реализация инвестиционных проектов позволила создать новые рабочие места. Сегодня в рамках этой программы выделен 1 миллиард 200 миллионов тенге. На эти средства закупается сельхозтехника, племенные животные, устанавливаются солнечные батареи, прокладываются водопроводные сети. До конца года в район на развитие сельского хозяйства планируют выделить еще 7,5 миллиардов тенге. На эти средства приобретут 4000 голов крупного и 5000 мелкого рогатого скота. В общей сложности объем производства сельского хозяйства района должен превысить 35 миллиардов тенге. По оценкам экспертов, ожидаемый прирост составит 115%. Асим Утешева, Медет Умирханов, Хабар 24, Восточно-Казахстанская область.